Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого праздничного доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Его волшебный космический чемоданчик. А вот и сам доктор Кот. Мурмяу! Здравствуйте, мои мурлыши! Привет, Оля! Здравствуй, доктор Кот! С наступающим! С наступающим! Я смотрю, ты готовишься к Новому году? Да, я приготовила подарки для всех своих друзей. А что у тебя такое в руках? Это для миссис Йеллоу. Мяу. Зачем ей понадобилась морковка и ведро? Об этом мы узнаем в следующей истории. Не терпится узнать. Ну так отправляемся в снежное путешествие. Конечно! Снеговик. Ой, как интересно! Отлично вышло! Ага, Санта-Клаус снеговика заметит и сразу прилетит! Приманка для Санта-Клауса? Ага! О-о-о. Красиво! Но Санта может не заметить. Снеговик ведь такой белый на снегу. Чего-то не хватает. Точно! Глаз! О, и носа! Пойдем, скорее найдем! Пойдем. А я посторожу. Мама! 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 Снеговику мама! Срочно нужны снеговику нос срочно и глаза. Срочно нужны нос и глаза. Ух ты, как здорово. А я праздничный ужин готовлю. Поможете украсить дом? Скоро папа прилетит. Конечно, конечно, мамочка. Мамочка. Ух ты. Снежинки. Давай, тяни. Флажки. Давай, давай, тяни, давай сюда. Тяни. Ну, осторожно. Давай, я тяну. Ну, держи. Аккуратно. Ну, давай. А? О, красиво. Красиво получается. Да. О, бабуля. Бабушка. Я елочка. Пин-пин, пока ты дурачишься, Санта прилетит, снеговика не заметит и улетит. А? Мам, готова! Пойдем. О, какие вы молодцы! А это вам. Идите, доделывайте снеговика. Давай, 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 давай. Побежали, побежали. Побежали, скорей. Вы вернулись. А вот это нос. И ведерко на голову. Эй, теперь Санта точно заметит. О, кто-то летит! Ура! Папа приехал! Побежали! Ой, Санта-Клаус! Ура! Снеговик сработал! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Здравствуйте, Санта-Клаус! Здравствуйте, Санта-Клаус! Вот вам подарки! Это тебе, Пин-Пин! Это тебе, Ко! Ого! Спасибо! Надо маму позвать! Давай, давай, давай за мамой! А это тебе микроб! Оп. О. Ух ты! Как здорово! Как здорово! Подарок! Спасибо! Мама! Мама, бежим быстрее! Быстрее! Иду! А где Санта-Клаус? Он малышей полетел поздравлять, но обещал вернуться! На следующий Новый год! Смотрите! Смотрите, он возвращается! О-хо-хо-хо-хо! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Вот вам подарки! С Новым годом! Спасибо, папочка! Спасибо, папочка! Ой, а как вы меня узнали? Настоящий Санта-Клаус только что у нас был! Ура, ура! С Новым годом! С Новым годом! Снеговик сработал! С Новым годом, друзья! Ура! Thank you.
Снежная планета. Однажды на снежной планете космические малыши решили покататься с горок. Какие снежные горки! А давай-ка мы скатимся. Ты первый будешь скатываться. Я? Ну, хорошо, давай. Ой, здорово! А давай ты тоже скатывайся. Сначала берешь снег в руки и лепишь из него комочки. Так, вот. Лепишь комочек. А теперь катай его по снегу. Теперь он должен у тебя увеличиться. Снеговик у нас должен состоять из трех частей. Теперь давай составим шары вместе. Давай, давай. Нужно на самый большой шарик положить поменьше. И самый маленький кладем на второй. Вот так у нас получается снеговик. Ура! Давайте я посмотрю, что у вас случилось. Для начала нам надо провести обследование. Давайте померим температуру. 37,9. Давай теперь у тебя померим. 38. Температура поднимается. Теперь я посмотрю ваше горло. Открывай ротик, дружочек, и скажи «А-а-а». Ой, какое же красное горлышко! Скажите, дети, а вы долго играли на улице? В общем, доктор, мы просто сегодня лепили снеговика, а потом долго играли. И в общем, так получилось, что мы пробовали снег на вкус. Мурмяу, теперь я понимаю, почему у вас такое красное горлышко. Снег есть нельзя, и находиться долго на улице в холодную погоду тоже. Обработаем ваше горло специальным лекарством, и я дам вам витамины, которые поднимут ваш иммунитет и помогут вам скорее выздороветь. Ой, и еще я подарю вам теплые шарфы. Держите, ребятки. Теперь бегите домой к родителям, ложитесь в постель, пейте больше воды и согревающего чаю с лимоном, а также медом и теплым молоком. Это не только вкусно, но еще и полезно. А сейчас секретный рецепт. Мы с вами научимся готовить согревающий чай. Готовить чай нужно со взрослыми. Вскипятите воду, заварите черный чай, добавляйте ингредиенты по вкусу. В чай можно добавить всеразличные ягоды, например, клюкву или малину, и ложечку меда. И вот, ваш чай готов! Такой чай особенно приятен в холодное время. Будьте здоровы! Ваш доктор Кот.
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что здесь есть. Это его космический чемоданчик. А вот и сам Космический доктор Кот. Мурмяу! Привет, Катя! Мурмяу, привет, ребята! Здравствуй, Космический доктор Кот! Ну что, как дела в нашей галактике? Все ли здоровы? Все хорошо и все здоровы. Но ты знаешь, недавно с одной моей знакомой произошла история. Эта история произошла с малышкой Ко, и сейчас она нам ее расскажет. Говорительная идея. Машина едет, би-би-би, все с дороги уходи. Эй, привет, Пин-Пин! О, привет, Ко! Пин-Пин, у меня веселая пинательная идея. Пинательная идея? Это как? Смотри! И... оп! И... О, здорово! Смотри! И... Ой! Ой, что случилось, Ко? Ножку ушибла. Надо маме сказать. Да ладно! У меня же есть вторая ножка, а эта сама пройдет. А как же ты будешь играть в мяч? Смотри! И... оп! Ой! Дети, с мячом идите играть на улицу. Мама, Ко пинала мяч. Пин-пин, ты водишь. О, сейчас догоню. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ого! Вот это да! Вот здорово! Лови, Ко! Оп! И аут! Ну, давай! Ого! Вот это да! Как здорово! Ко, а почему мячик так летает? Это же космический мяч! Смотри, как я могу! Ух ты! Сейчас мячик в космос улетит! Ого! Разбегайся! Сейчас еще сильнее будет. Смотри! Ой-ой-ой! Пин-пин, я не могу встать! Мама! Мама! Что случилось? Дети? Ко, почему ты лежишь? У Ко ножка болит! Мама, она и раньше болела, но я забыла сказать тебе. Ой-ой-ой! Надо срочно звонить космическому доктору Коту. Ага. Мурмяу. Алло, это космический доктор Кот. Алло, доктор Кот. Да, это я. Что у вас случилось? Срочно прилетайте. У Ко ножка. Понятно. Мурмяу, вылетаю. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, я наклеил тебе лечебный космопластырь, и скоро тебе станет лучше. Все, можно играть в мяч? Пока нет. Если бы ты сразу сказала маме про ножку, тогда бы мы быстрее ее вылечили. Ну да. А теперь тебе нужно полежать в кровати пару дней, чтобы выздороветь. Ой, а у меня новая говорительная идея. Говорительная идея? Это как? Если что-нибудь заболит, я сразу скажу об этом маме. Мяу. Здорово! Я тоже буду говорить маме. Мяу. Молодцы, мурлыши. До свидания и будьте здоровы. Мурмяу. Спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, космический доктор Кот.
Приближается Новый год, и все готовятся к празднику. Терпеть до праздника. Мы можем сыграть в игру. Секретный подарок. А как это? Каждый приготовит подарок, упакует его и положит под елочку. Только чур не подсматривать. А когда наступит время, каждый возьмет себе по коробочке. Внутри его будет ждать сюрприз. Новый год, он подарки принесет. Никому их не покажем, пока праздник не придет. Подарки готовы! Теперь уберем их в мешок. Кладем мешок под елочку. Наш мешочек. Его никто не тронет. Все будет хорошо. Идемте скорее спать. Ну ладно, пойдем. Спокойной ночи. Хе-хе. Ты только посмотри, какая елочка. И сколько подарков. Наверняка нам ничего не приготовили. Угу. Ничегошеньки. А давай их все себе заберем. Отличный план. Хватай его скорей. Тяжелый. Тащи. Тяжелый же. Он и правда тяжелый. Ой, пупырчатый, у нас перегруз. А, да не переживай ты. Не упадем. Ты уверен? Ой. Мы все же падаем. Мы падаем. Падение. Держись. Это что такое? Ой, тяжелый-то какой! Уф! Кто сказал, что праздника не будет? Я! Еще как будет! Вот ваши подарки, друзья! Уф! Я! Мы спасли праздник малышам! А ну-ка, идите-ка сюда! Ближе! Простите. Извините. Мы больше так не будем. Вуф! Надо их наказать. Давайте их простим. Может, мы спросим? Праздник же. Вуф! Ну, хорошо. Секретный рецепт. Печеное яблоко. Нам понадобится яблоки, мед, орешки, сливки, корица. Вот и все наши ингредиенты. Для начала помоем яблоки. Теперь отправляем наши яблочки в печку на 5 минут. Когда они испеклись, аккуратно достаем их из печки. Наденьте специальные рукавицы, чтобы не обжечься. А теперь украшаем яблоки всем, что мы подготовили. На одно яблочко намазываем мед с орешками. Будет очень вкусно и полезно. А второе яблочко окунем в сливки и сверху посыпем корицей. Только совсем немного. Посмотрите, какие печеные яблоки у нас получились. Приятного вам аппетита!
Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого счастливого доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что здесь есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и сам Космический доктор Кот. Привет, друзья! Мурмяу! Здравствуй, доктор Кот. А я знаю, почему ты надел такой замечательный колпачок. Почему? Потому что у тебя сегодня день рождения, и мы с нашими маленькими зрителями поздравляем тебя. Спасибо. Спасибо большое, мои мурлыши. Это был чудесный праздник, и мне очень хочется его показать вам. И, конечно, он не обошелся без шалостей. Отлично. Давай покажем, кто же пошалил на твоем дне рождения. Вперед! Нас ждут здоровые приключения. Космический день рождения. Ой, как здорово! Ко, я так рад, что мы летим к доктору Коту на день рождения! Да, мне не терпится попасть на этот праздник. А как думаешь, там будут воздушные шары? Конечно, это же день рождения, там будет торт. Торт? Со свечками. О, как здорово! Слушай, я так соскучился по Зео. Я тоже. Он такой классный. Он такой красный. А как думаешь, там будет собака-полицейский? Обязательно, это же его друг. Здорово, какой отличный подарок мы придумали для доктора Кота. Конечно. Отличный космокомпас. Да уж, еще бы. Что надо, космокомпас? Так, опять не туда прилетели. Нам же нужно на планету грязи. Здрасте, мордасти. Мы Пин-Пин и Ко. Ха-ха, да это шутка такая. Ай да по лужам прыгать. Нам пачкаться нельзя. Почему? Мы идем на день рождения к доктору Коту и подарим ему космокомпас. Чё? Ну это штука, с помощью которой можно найти любое место. Ого, нам бы такой. Ага, а зачем? Да чтобы сразу попадать туда, куда нужно. А да, классная штука. Подожди-ка. Пупырчатая, тебя позвали на праздник? Меня нет. И меня. Так, у меня идея. Давай, давай, давай. Так, давай. Давай, туда. Да нет, нам в другую сторону. Вот бы сейчас там космокомпас. Вот точно. Смешная история, доктор Кот. Как интересно. Так, вон он, пошли. Это смешная история, доктор Кот. Давай, давай, дальше. Вот, еще немного. Давай. Он здесь. Что, космокомпас? Торт. Балбес, нам компас нужен! Да нет, торт! Сначала торт! Да нас все увидят! Да нет, нам торт! Я без торта не уйду! Привет, мои мурлыши! Как хорошо, что вы пришли! Ой. Угощайтесь тортом! Ничего, что мы без приглашения! Так вот же оно! Так это приглашение? Ого. Ну, конечно, вы же мои друзья. Док, мы читать-то не умеем. Ох, вы мои мурлыши, я обязательно научу вас читать. Спасибо. А ты, пупырчатый, держи космокомпас, у меня запасной есть. А что, так можно было? Ну, конечно, ведь здорово не только получать подарки, но и дарить их. Спасибо, космический доктор Кот! С днем рождения! С днем рождения! Мурмяу, спасибо, давайте веселиться! С днем рождения, кота! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! С днем рождения! А что, еще раз, да? Ну ладно! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого
космодоктора кота. Сладкая эпидемия. В клинике доктора кота шел обычный прием пациента. Как вдруг... Что за шум? Зео, ты в порядке? Не ушибся? Нет, нет, все в порядке. Ну... Кажется, нам кто-то звонит. Я отвечу на звонок. Хорошо, хорошо, док. Алло, мурмяу. Доктор Кот слушает. Наши дети наелись сладкого, и у них заболели животики. Приезжайте к нам скорее и спасите наших детей. Они плачут, и мы не знаем, что делать. Я сейчас же улетаю к вам. Спасибо, доктор, ждем вас. Зео, это очень срочный вызов. Ты останешься за старшего. Будь аккуратней, отвечай на телефонные звонки. Ты все понял, Зео? Да, да, да. Я сейчас вам помогу. Для начала я вас осмотрю. Давайте измерим вашу температуру. 36,6. Температура нормальная. Теперь я проверю ваше горлышко. Скажи. Ага, с вашим горлом все в порядке. А теперь проверим легкие. Дыши, дыши, глубже, глубже, медленнее. Дыши. Молодец. Все, все хорошо, все в порядке. С легким у вас все хорошо. Дети, а что вы сегодня ели? Мы ели сладости. Да, мы ели конфеты, много конфет. Вот почему у вас болят животы, потому что вы съели слишком много конфет. Я дам вам полезную микстуру. Каждому по одной ложке. Мурмяу, молодец. Дети, расскажите, где вы взяли сладости? Мы увидели гору конфет рядом с игровой площадкой. Это угощение от наших новых космических друзей. Один такой фиолетовый в крапинку, а второй был такой красный, тоже в крапинку. А еще у них были черные маски. Это же описание космических хулиганов. Космические хулиганы? На нашей планете? Что же делать? Нужно срочно сообщить в полицию, чтобы этих хулиганов поскорее поймали. Алло? Алло, Мурмяу, здравствуйте. Это доктор Кот. Я звоню вам, чтобы сообщить о космических хулиганах. Представляете, они накормили детей с оранжевой планетой конфетами, и у них очень болели животики. Итак, полиция занялась поиском космических хулиганов. Дети, а вы знаете, куда нужно звонить, если что-то случается опасное? Нужно набирать 112, то есть 112. Дети, и еще один важный урок. Запомните, никогда нельзя брать еду у незнакомцев. Она может быть вредной и опасной. Запомнили, дети? Хорошо, молодцы. А теперь я расскажу вам секретный рецепт. Как приготовить сладкие полезные конфеты без сахара? Секретный рецепт. Сладкие конфеты без сахара. Вам понадобится курага, изюм, кокосовая стружка, орешки и тарелка. Для начала вымойте руки, чтобы они были чистыми. А еще нужно обязательно помыть курагу и изюм. Дальше берем курагу и мнем ее, чтобы получилась кашица. Откладываем ее в сторонку и принимаемся за орешки. Орешки тоже надо измельчить, чтобы они были не такими большими. Когда курага и орешки готовы, мы берем понемножку каждого ингредиента и не забываем про изюм. Что же мы делаем? Мы катаем шарики, какого хотите размера. Можно сделать много разных шариков, как снежки. Ну, конечно, не такие большие. Теперь мы аккуратно
аккуратно выкладываем все шарики на тарелочку и посыпаем их кокосовой стружкой. Теперь выглядит точно как снежки. Ешьте на здоровье! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого милого доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Волшебный космический чемоданчик. А вот и сам доктор Кот. Мур-мяу! Здравствуйте, мои маленькие телезрители. Привет, Оля. Смотри, что я тебе привез. Это снежинка. Да, правда похожа на волшебный кристалл. Да, очень красивая. Только не дыши на нее. Конечно, от теплого дыхания она может растаять. Да, и превратиться в воду. Снежный кристалл согрелся и водой стал. А что будет, если воду снова заморозить? Тогда она снова станет снегом или льдом. Вода – это настоящее сокровище Вселенной. Кстати, Пин-Пин и Ко тоже приняли замерзшую воду за сокровище. Давай расскажем нашим ребятам про эту историю. Ура! Отправляемся в настоящие космические приключения. Пропавшее сокровище. Я тебя догоню! Ой, а ну стой! А теперь ты! А теперь ты догоняй! О, подожди, Пин! Смотри, какие! Ого, какие красивучие! Что это? Я знаю! Это сокровища! Ура! У меня будут сокровища! У меня тоже! Какие красивые! Ух, как жарко! Это потому, что солнце вышло. Пойдем переодеваться? Да, побежали! А это давай пока оставим тут. Ага, вот тут, на скамейке. Я по улицам хожу, за порядком я слежу. Полицейские важны, полицейские нужны. Вот я по улицам хожу. Оп-оп-раф. Ой, а где сокровища? Тут нету. Может, укатились? Тут нету. Тут тоже. Странно. Нашел? Нет. И тут тоже нет. Сокровища? Ну где же вы? Я знаю, их украли. Тогда надо звать на помощь. Помогите! Помогите! Я? Что случилось? Мистер Собака-полицейский, у нас украли сокровища. Ага, украли. Целых два. А может, вы их в карманы убрали и забыли? У меня нет карманов. А, карманы тоже украли. А у тебя их и не было. Фуф. А как ваши сокровища выглядели? Такие длиннючие. И красивучие, блестючие. Ага. Ага, мы их здесь оставили, а теперь тут только лужа. Я все понял. Дело раскрыто. Гав, это сделало солнце. Солнце, отдавай наши сокровища. Отдавай наши сокровища. Солнце их не крало, оно их растопило. Вот. Растопило? Солнце, затопи наши сокровища обратно. Ваши сокровища – это сосульки. Сосульки? Дружок, запомни навсегда. Разной может быть вода. И твердая, и жидкая, такая она хитрая, когда зимой мороз придет. Вода, сосулька или лед.
Когда теплее станет, сосулька вмиг растает. Дружок, запомни навсегда, разной может быть вода. Мы все поняли. Да, все поняли. У нас дома много сокровищ. Молодцы. Рыгов. Йо! Лыжи. Папа и малыш вышли на прогулку в парк. Папа рассказывает, как кататься на лыжах. Когда на улице снежок, бери скорее лыжи, мой дружок. По снегу будем мы кататься, играть в снежки и весело смеяться. Но, пап, я еще ни разу не пробовал. Я боюсь. Я тебя научу. Смотри вперед, держи крепко палки, отталкивайся ими раз-два, раз-два. И аккуратно катись вперед. Вот так. Ну что, готов? Да. Палки, лыжи, смотри вперед. Молодец, у тебя все получится. Один, два, три. У тебя отлично получилось. Мы обязательно вернемся сюда. А сейчас нам пора домой. Па, 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 смотри, смотри! Он так здорово катается на лыжах! Это известный на всю галактику лыжник. Он много тренируется, и поэтому он чемпион. Пап, пап, я тоже хочу так здорово кататься! Ю-ху! И получить медаль! Хорошо, хорошо, завтра мы снова пойдем на горку, а пока ложись спать. Спокойной ночи, малыш! О, спать! Хочется кататься. Ах, скорее бы утро. Ой-ой-ой. Ура! Ура, наконец-то утро! Надо скорее идти кататься. Так, шапочка, палочки и лыжи. Малыши, не переживайте, поехали кататься с нами. Вставайте к нам на лыжи. Поехали! Ура! Секретный рецепт. Сегодня мы приготовим необычное блюдо. Это веселые макароны. Позовите взрослых на помощь. Нам понадобится зелень, оливки, сыр, макароны, помидор. Варим макароны.
Моем овощи. Делим помидор на кольца. Зелень измельчаем. Разделяем оливку пополам. Очередь сыра. Делаем два ломтика, а из них два круга. Соберем теперь все вместе. Кладем сыр, оливки, и вот получились глаза. Добавляем помидор. Посыпаем зеленью. Веселые макароны готовы! Угощайтесь на здоровье! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы в гостях у самого чуткого доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и сам Космический доктор Кот. Привет, Мурмяу. Здравствуй, Катя. Мурмяу. Здравствуй, Космический доктор Кот. Я собираюсь пить чай. Хочешь, я налью тебе чашечку чая? Нет, спасибо. Я пил чай по дороге сюда. Только я прошу, будь осторожна, ведь горячим чаем можно обжечься. Да, ты прав. А что нужно сделать, чтобы не обжечься? Подождать, пока остынет. Здорово, я так и сделала. Ты молодец. А вот мистер Грин был не так внимателен, как ты. Обжегся и несколько дней смешно разговаривал. Давай расскажем историю про то, как не обжечься горячим. Вперед, космическим приключениям! Кусачие блинчики. Слушай, брат, свою сестру. А? Я придумала игру. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, будешь догонять. Ты водишь. Ой, а ты где? А я здесь. Вот ты где. Догнал. А я тебя сейчас догоню. А я спрятался. Ой. Так, а? Так, о! Ого! Ого! А, как вкусно пахнет! Космически вкусно! Детям нужно соки пить, в них много витаминчиков. А еще я испекла космические блинчики. А? А? Уи-а! Пахнет вкусностью. Пальчикооблизывательный запах. Космические блинчики еще очень горячие. А я хочу их укусить. Нельзя, Пин-Пин, а то блинчики сами тебя укусят. Ого, кусачие блинчики. Им надо остыть, а мне надо сходить в магазин за соком. И пока блинчики не остынут, пожалуйста, не ешьте их, а то обожгетесь. Да, конечно! Хорошо, да, мам! Конечно, хорошо, мам! Ой, ну я пойду. Блинчики кусаться нельзя. Ну-ка, фу, сидеть. Папа, осторожно, блинчики кусачие. Ой, папу блинчик укусил. Скорее, надо звонить доктору Коту. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили космическому доктору Коту. Это осьминог Зео. Доктор Кот, пусть приедет доктор Кот. Что? Я Афлофф-язык. Вы Афлофф-язык? А я осьминог Зео, очень приятно. Нефть, язык. Балуются по телефону, ай-яй-яй. Мы не балуемся, нам нужен космический доктор Кот. Мурмяу, что у вас случилось? Нашего папу горячий блинчик укусил. Мяу, за что? За язык. Понял, выезжаю. Зео, собирайся. Мурмяу, нам срочно нужно вылетать.
Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Вот так. Сейчас будет лучше. Правда? Кажется, да. Спасибо, космический доктор Кот. Чтоб не обжигаться, каждый должен знать, горячие предметы лучше не хватать. Может быть, горячий чай или блин горячий. И пока он не остыл, очень он кусачий. Если ты обжегся, то скажи родителям, что-нибудь холодное сразу приложите вы. А когда остыло, как узнать? Надо просто рядом ручку подержать. Если ей не горячо, дотронься осторожно. Убедись, что все остыло, значит, трогать можно. Вам здоровья я желаю, а меня работа ждет. Огромное спасибо вам за это, космический доктор Кот. Малыш с железной планеты получил подарок на день рождения. Смотри, я принесла тебе новую игрушку. А что это? Это самый умный и новейший робот во Вселенной. Играй на здоровье, только не ломай его. А, хорошо, мам. С чего бы начать? Знаю. Привет, робот! Привет, малыш! А, здорово! Как тебя зовут? Меня зовут робот. А что ты умеешь? Я все умею. Прыгать умеешь? Как здорово! А какие игры ты знаешь? Я знаю много игр. Космические считалки, например. Ой, а как в это играть? Научи меня. Раз – Меркурий, два – Венера, три – Земля, четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, а еще Уран, Нептун, а еще учтем Плутон, наше Солнце – чем пион. Ты водишь, догоняй меня. Послушать, что у него внутри. Никаких скрипов я не слышу. Значит, внутри все в порядке. Посмотрим снаружи. Мурмяу, кажется, я понял, в чем дело. У него села батарейка, и ему нужно подзарядиться. Давайте отнесем его на станцию зарядки. Давайте. Чтобы робот мог с вами играть, его нужно заряжать. Когда лампочка зеленая, робот готов играть. А когда лампочка красная, робота надо зарядить. Ух ты! А мне кажется, робот заработал. Спасибо, доктор! Вы вылечили моего робота! Я рад был помочь. Дети, помните про электричество. Не используйте розетки и зарядные устройства самостоятельно, а только в присутствии ваших родителей. Секретный рецепт. Сегодня я поделюсь с вами моим любимым рецептом вкусного снека.
он заряжает энергией на целый день. Готовьте его со взрослыми. Итак, вам понадобится свежие яблоки, клубника и очищенные семечки и ягоды. Обязательно мойте фрукты. Яблоко разрезаем на дольки. В каждой дольке вырезаем отверстие. Очищенные семечки втыкаем в подготовленные отверстия. Берем клубнику и аккуратно режем ее на тонкие слои. Получаются плоские сердечки. Берем одну дольку клубники и вкладываем ее в отверстие. Остается только добавить две ягоды сверху. Вот теперь наш веселый монстрик готов! Ешьте на здоровье вкусный и полезный снэк! Всегда ваш космический доктор-кот! Мур-мяу!